спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Вверх в Самарской области облачная и малооблачная погода. Пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем 0 плюс 1 градус, ночью 3-5 ниже 0. Ветер западный, северо-западный 6-8 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде снега. В дневное время плюс 1, ночью 3 градуса ниже 0. В Тольятти небо закроют облака, возможен снег, днем плюс 1, ночью минус 4 градуса, северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой снег, днем плюс 1 градус, ночью минус 5, ветер северо-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.